我天生胆小但不小小，我不爱读书但从不认输，我不想学武但短袖善舞，我虽不专一但不抛弃，我缺少豪气但讲义气，我不是英雄但谁是英雄，我不是天命但这是天意，千里姻缘一生子，发霉学问一肚子，酒肉朋友一桌子，兄弟姐妹一家子，千里姻缘一生子，发霉学问一肚子，笑但不笑笑，我不爱读书但从不认输，我不想学武但短袖善舞，我虽不专一但不抛弃，我缺少豪气但讲义气，我不是英雄但谁是英雄，我不是天命但这是天意，万世流芳一锤子，Малыш-гуй! Здесь! Освободи их! Хочу спросить кое о чем. Да, Евнух? Могу я спросить, кто вы? Ваши боевые навыки исключительны. Я ударил тебя по уязвимым точкам. Но ты можешь снять паралич самостоятельно. У тебя хорошие основы. Освободи своего друга. Старый ублюдок! Больной, зачем связал меня? Заткнись! Замолчи, немедленно замолчи. Этот негодник сквернословит. Возьми кляп и вставь ему в рот еще ненадолго. Негодяй, что ты задумал? Да, я сам. Присядь. Я слышал, что брат Мау в Яньчжоу обчищал дома. Грабил богатых, чтобы помочь бедным. Это похвально. Это так. Я также слышал, что ты родственник юнаньского вана Пинси. А? И зачем У Саньгуй отправил тебя в столицу? Я не имею отношения к мятежнику У Саньгую. Ван Пинси сослужил отличную службу. Я сразу хочу сказать, что раз уж ты родственник Вана Пинси, мы простим тебя за сегодняшнее происшествие. Ты что делаешь? О чем ты? Раз уж дело так повернулось, буду говорить откровенно. Слышал, Аубай, величайший воин Великой Цин. Он может побить диких зверей, побороться со львами. В Дзянху его навыки считаются блестящими. Я не одобряю его действий. Я приехал в столицу на поединок с ним. Даже если останешься в столице на 10 лет, можешь не встретиться с ним. Как же сможешь с ним состязаться? Тогда, если сравнивать навыки Аобая с вашими, кто победит? Он или вы? Ты шутишь. Как считаешь, с моими грубыми и скромными навыками, если сравнивать с Чань Цзяньнанем, каков будет результат? Но я не из общества неба и земли. Насколько глубоки умения Чэнь Цзянаня, я, правда, не знаю.
Если ты не на стороне Вана Пинси и не на стороне общества неба и земли, с такими навыками почему не пойти на службу при императорском дворе? Хотя я не связан с обществом неба и земли, я намерен свергнуть Цин и восстановить Мин. Поэтому вам больше не нужно ничего говорить, просто убейте меня. Только вот перед смертью я не увижу Чэнь Зинаня. Так что умру с сожалениями. Я уважаю тебя и отношусь как к герою. Я не убью тебя сегодня. Но если увидишься с Чэнь Зинанем, передай ему, что я Мнухай. Хай Дафу хотел бы с ним встретиться. Не могу поверить, что этот ублюдок считает Чэнь Зинаня впечатляющим. Мне повезло встретиться с Чэнь Зинанем. Так значит, я великий герой. Вонючий негодяй, почему ты все еще сидишь тут? Проваливай. Поторопись и проваливай. Тогда мы пойдем. Вернитесь. Ты так долго пробыл в Зянху, но так и не понимаешь законов. Ничего не оставил мне, а хочешь уйти? А что нам оставлять? Денег у нас нет, мы просто нищие. Давай скорее валить, уходим. Восемнадцатый брат, ты чего? Евнух, что с вами? Лекарство? Примите его. Евнух, вы как? Скорее, ублюдок ударил по моим уязвимым точкам. Я не могу двигаться. Скорее, уходи. Не наливай слишком много, большая доза убьет меня. Восемнадцатый брат, я не могу двинуться, ты много весишь. Используй свою силу, используй силу. Евнух, вы как? Малыш Гой, помоги мне войти и принять холодную ванну. Евнух. Прекрасно, Сяобао. Думаю, как выбраться скорее. Скорее, торопись. Сваливай. Я заберу тебя. Скорее, потяни меня за ноги. Это не сработает. Моя задница мешает. Не думай обо мне. Скорее беги. У тебя не хватит сил тащить меня. Мы тут оба пропадем. Заткнись, помолчи. Как я могу бросить тебя и смыться один? Не наливай слишком много лекарства. Евнух. Нальешь слишком много, и я умру. Ты что делаешь? При твоем нынешнем состоянии нам не сбежать. Давай разыграем этого ублюдка. Сяобао, ты куда? Постой! Сяобао, скорее убегай. Давай. Он выходит, выходит. Восемнадцатый брат, как ты можешь умереть здесь? Если ты умрешь, что делать мне? Восемнадцатый брат. Евнух, примите лекарство. Если бы не было нужды в нем, я бы не принимал его. Оно отнимает у меня жизнь. Евнух, скорее. Ну же. Евнух, вы как? Сдохни. Давай. Малыш Гой, помоги мне. Хорошо. Не торопитесь. Восемнадцатый брат, он умирает. Он умирает. Сматывайся скорее. Не подходите. Не смейте подходить, убью! Евнух? Евнух, что с вами? Евнух? Вы как? Что с вами? Евнух? Oh.
делаешь, Гой? Ты дал мне не то лекарство? Или большую дозу? Нет. Почему так темно? Ничего не вижу. Скорее. Зажги свечи. Но свечи так горят, он что, ослеп? Евнух? О, верно. Малыш Гуй заика. Евнух, свечи все горят. Совершенно все. Ты лжешь. Почему я ничего не вижу? Скорее зажги свечи. Быстро. Неужели он действительно ослеп или притворяется? Я не лгу, Евнух, они все горят. Все свечи. Ты лжешь. Евнух, ваши глаза. Ты врешь, скорее зажги свечи. Поторопись. Ты. Евнух, ваши глаза не в порядке. Она не видит. Я пойду за лекарем. Я пошел. Давай, иди. Малыш Гой. Здесь я, тут. Уязвимые точки на ногах 18-го брата пострадали. Он может ходить только на руках. Сколько он так выдержит? Я должен остаться и задержать этого ублюдка. Мерзавец соображает уже не слишком четко. Мне нужно его убить. Сейчас я его убью. Нет, не могу. Евнух, я помогу вам лечь в постель и отдохнуть. Малыш Гой. Что тебе делать снаружи? Он что, меня слышит? Вот же старый козел. Я иду пописать. Разве в покоях нет горшка? Зачем тебе выходить? Ну что ты там застыл? Иди скорее. Да-да-да. Этот старый ублюдок правда слепой или он разыгрывает меня? Все надежно закрыто. И как мне сбежать? Малыш Гуй, почему ты не справляешь нужду? Я ищу горшок. Разве он не в углу? Не мешкай. Если я надену эту форму, сбежать будет легко. Ты чем занимаешься? Зажигаются свечи. Евнух. Где? Кажется, я полностью ослеп. Я знал, что нельзя принимать слишком много лекарства, но кашель просто непереносим. Я использовал больше необходимого. Теперь у меня проблема с глазами. Если бы я знал, что так получится, насыпал бы еще больше. Тогда бы ты точно сдох. Да, кстати, 18-й Мау сбежал? Да. А что насчет второго?
Он мертв. Я убил его. У нас в комнате труп. Если кто-нибудь узнает, будет много проблем. Да. Принеси скорее мой ящик с лекарствами. О! В золотом зелье, которое уничтожит тело. Очень ценное. Капни пару капель, этого хватит. Малыш Гуй, мы принесли завтрак евнуху Хаю. Дайте ему мне. Малыш Гуй. Да. Скорее, помоги мне. Малыш Гуй, ты напуган? Нет, не напуган. Просто я-то такой слабак, а ваши глаза не в порядке. Я бы беспокоюсь и расстроен. Евнух, вы как? Я не могу видеть. Совсем не могу. Мне не станет лучше. Уже не так рано. После завтрака пойдешь играть на деньги. Играть на деньги? Это слишком хорошо, чтобы могло быть правдой. Должно быть, этот старый мерзавец врет. Это кости. Возьми. Внутри ртуть. Трудно проиграть с такими костями. То 200 серебряных лен. Пересчитай. Такое что, бывает наяву? Но куда мне идти делать ставки и с кем? А что еще хуже? Я даже спросить не могу. Если спрошу, буду пойман на лжи. И что мне делать? Сяо Гуйдзи! Сяо Гуйдзи, выходи скорее! Давай же, выходи! О нет, я труп. Они обязательно поймут, что я не настоящий Сяо Гуйдзи. Сяо Гуйдзи, они пришли сыграть с тобой. Иди. Скорее, Сяо Гуйдзи, открой, выходи. Хватит отлынивать. Почему ты не идешь? Уже иду. Все. У меня идея. Сяо Гуйдзи. Что это с тобой? Я потерял деньги, поэтому его внух избил меня. Вот и намазался мазью. Но ты играть-то сможешь? Играть? Конечно, я должен играть. Мне нужно поскорее вернуть деньги. Старик сказал, азартные игры лечат все болезни. Малыш, да у тебя есть характер. Пошли. Ну же. Пошли. Скорее. Идем, поторопись. Ну же. И что это за место? Сколько уже идем, а все конца не видно. Раз 10 больше нашего борделя прекрасная весна. Скорее. Давай, идем. И почему вы уже играете? Давай, открывай, ну же! Как получилось, что вы опоздали? Его вот ждали. Сегодня Сяо Гуйдзи поставит 50 лян. 50 лян? Это что с тобой?
Он потерял деньги, и я внухай побил его. Давайте, давайте. Маленький, маленький, большой, большой. О, и какая это была рука. Ну же, показывай, давай. Что там? Кто выиграл? Открывай. Сяо Гуйдзе, ты чего стоишь? Делай ставку. Я сначала посмотрю. Пусть твоя рука станет поудачливее. Разве же это игровые навыки? Сегодня я обязательно выиграю. Сяо Гуйдзе обычно проигрывает. Я тоже должен сначала проиграть, а уже потом выиграть, чтобы не вызвать подозрений. Это теперь я. Сегодня такой несчастливый день. Почему так? Я продолжал терять деньги. Моя удача сегодня причудлива. И моя. Скажи-ка. Эй, Сяо Гуйдзи, мы двое сегодня много проиграли. Сяо Гуйдзи, верно. Мы должны тебе 20 лян, тебе будет трудно объяснить это, когда вернешься. Конечно. Так, ты не должен говорить Евнуху Хаю, что мы занимали у тебя. Верно, верно. Добрый бы, братья, я верный друг. Я сделаю это для вас. Но вы должны тут платить мне. Конечно. Когда наша удача повернется к лучшему, мы обязательно вернем тебе деньги. Помнить об этом, да. Тогда мы пойдем и вернемся сюда завтра. Идите первыми. Пошли. Эй, подождите минутку. На что еще? Ничего, я пойду. Ладно, до свидания. Голова кругом пошла от азартных игр. Это хороший шанс сбежать. До свидания, старая черепаха. Проклятие. Что же это за место на самом деле? Я хочу выйти, но меня просто не выпускают. Теперь хочу вернуться, но больше не могу найти дорогу обратно. Если кто-то узнает, что брат Шиба и я вместе, не убьют ли меня? После того, как полдня шлялся здесь, просто умирая от голода. А это еще что за место? Просто зайду в первые попавшиеся покои и поищу еды. Похоже, здесь вкусная еда. Так он тоже еду ворует. Признайся, не так уж ты и хорош. Просто дрался с кожаным мужиком и уж так сильно вспотел. Если хочешь драться, позволь мне поразвлечься с тобой. Ладно, тогда сражайся со мной. Ты первый? Боги, ты действительно не боишься драться со мной? Не говори, что я тебя не предупреждал. Я бью очень сильно. Кто это там? Ты совершенно не умеешь драться. Кто это сказал? Я владею 18 видами боевых искусств. Ну так покажи. Поосторожнее, я позволю тебе вкусить боевые искусства и центральной равнины, технику лапы пяти тигров. Ха-ха-ха!
Но ты наглец. В борделе «Прекрасная весна» я был знаменит своей наглостью. А ты смеешь драться со мной? Это ты наглый. Так это твоя техника боевых искусств? А я дам тебе посмотреть технику боевых искусств, известную по всему миру. Давай, давай. Признаешь поражение? Признаю. Признаю твою сестру, но не поражение. Так ты признаешь поражение или нет? Признаю. Скажи это. Что сказать? Я был так голоден. Очень голоден. Вот поем и снова буду драться. Ты по-прежнему смеешь разговаривать со мной так грубо. Ну, мы оба немного размялись. Должно быть, у нас с тобой более-менее схожие навыки. Как ни смотри, мы почти равны. Вот, возьми. О! Так ты здесь, чтобы украсть еды? Не говори так глупо, ладно? Разве ты здесь не за тем же? Эй, как тебя зовут? Мое имя Сяо Гуйцзи, а тебя? Меня? Меня зовут... Я Сяо Сюаньцзи. В каком дворце ты работаешь? Я работаю на Евнуха Хая из дворцовой кухни. Неплохо. Хотя у тебя нет навыков борьбы или боевых искусств, твои руки и ноги довольно проворны. Такой мастер, как я, даже не смог до конца справиться с тобой. Что? Тьфу! Если кишка не тонка, давай поборемся еще раз, пошли! Постой. Давай не будем больше бороться сегодня, а встретимся завтра. Ты мне не пара. Даже если снова будем драться, ты проиграешь. Что? Говоришь, я тебе не пара? Кто это проиграет? Засранец! Но если будем драться опять, нужно сделать ставки. Хватит духа поставить против меня. Сколько серебра? Но у меня его нет. Что ты говоришь? Носишь такую замечательную одежду? Уверен, что нет денег? Не трогай меня. Тогда решено. Мы снова будем сражаться здесь завтра. Конечно, я обязательно завтра приду. Когда настоящий мужик дает слово, сотня лошадей его не отменит. Ладно, слово мужика и сотня лошадей не отменит. И где это? Эй-эй-эй! Вот она. Наконец-то все-таки нашел. Евнух, вам лучше? Продолжаешь нести всякую чушь. Так ты выиграл сегодня или нет? Выиграл. Конечно, выиграл. И, следуя вашему приказу, одолжил деньги братьям Вэнь. Сяо Гуйцзи, как получилось, что ты больше не заикаешься? Стой там! Иди сюда! Ты так и не ответил на мой вопрос.
Я заблудился, возвращаясь сюда. По пути наткнулся на лекаря. Я спросил у него дорогу, а он заметил, что я заикаюсь. Маленьким ножом он сделал небольшой надрез у меня под языком, и я больше не заикаюсь. Евнух, скажите, разве это не волшебство? Очень хорошо. Продолжай давать им деньги в долг. И тогда мы, наконец, сможем это заполучить. Что это? Ты ведь не забыл? Ту книгу. Книгу? Что за книгу? И правда все забыл? Евнух, я вчера убил человека. Даже сейчас я все еще напуган. Моя голова раскалывается от боли. И к тому же вы кашляете вот так вот. Я правда беспокоюсь. Так беспокоюсь, что уже путаюсь во всем. Разве это большое дело убить человека? Но ты никогда прежде не убивал, так что это неудивительно. Я повторю. Если опять забудешь, не вини меня за суровость. Евнух, не волнуйтесь. Вам нужно только повторить это еще раз. Обещаю, через 100 лет не забуду. Иди и выиграй деньги братьев Фэнь снова. Если им опять потребуются деньги в долг, дай им. Чем больше вырастет их долг, тем лучше. Пусть они возьмут тебя в библиотеку внутреннего дворца. Библиотека внутреннего дворца? Если они начнут увиливать, скажи им, что Евнух Хай пойдет к Евнуху У взимать их долги. Если братья Вэнь не смогут заплатить, они наверняка воспользуются шансом, пока его величества нет. Его величество? Что такое? Ну, ничего. Они спросят, почему ты хочешь пойти в библиотеку внутреннего дворца. Скажи им, что надеешься увидеть его величество, чтобы иметь возможность там работать. Они наверняка согласятся отвезти тебя туда. Но его величества в библиотеке, конечно, не будет. К этому моменту подумай о всех возможных способах украсть книгу. Чтобы он провалился в преисподнюю. Хочешь, чтобы я обокрал императора? Этой старой черепахе нюх что надо. Разве это не то, что я лучше всего умею? Эй, подожди-ка. Почему я все еще здесь? Евнух. Ты понял? Понял. И что ты собираешься делать в библиотеке? Украсть книгу. Украсть какую книгу? Украсть. Вы мне еще не говорили? Я 100 раз тебе это говорил. Это буддийское писание под названием «Сутра 42 глав». Сутра 42 глав? Ты должен быть уверен, что все сделаешь чисто. Если тебя поймают, ты не сможешь спасти свою жизнь, даже если их у тебя 100. Евнух, это мне известно. Если меня поймают за воровство, вся моя семья умрет. Но, Евнух, не волнуйтесь. Если меня поймают, я, конечно, не предам вас, даже если меня забьют до смерти. Весьма разумно с твоей стороны. Ты даже умудрился выиграть. Ты пообедал? Нет, еще. Я оставил тебе поесть. Спасибо, Евнух. После еды не бездельничай, тренируй свой навык игры в кости. Я знаю. Сутра 42 глав – это то же самое буддийское писание, что дала мне мама. Нет, не так. Мама дала мне сутру 42 строк. А это книга в главах. Малыш Сяобао, впредь, если я столкнусь с какой-либо проблемой, ты должен читать эту сутру 42 строк. Я их сделала сама. Сутру 42 строк? Мама, ты сама это сделала? Будешь называть меня мамой, побью. Ты должен звать меня сестрой, понял? Сестра Хуа. Сестра Хуа. Это правда написано тобой? Ты легкие разговорами упражняешь? Это все ерунда. Ты правда нечто. Пьешь чай, сидя на столе. Завтра на крышу залезешь пить? От этого правда будет польза?
раз уж мы все собрались здесь, в Пекине, мы должны хорошенько обдумать причины, почему наша попытка убить Аобаю в Янчжоу снова провалилась. Мы повторно потерпели неудачу. Наши братья по обществу продолжают становиться жертвами, а эта поездка на юг в Янчжоу стала причиной смерти главы ложи Цинму. Брата Иня. Брата Иня убил никто иной, как мерзавец Аобай. Вспомним же сегодня это оскорбление. Пока не убьем Аобая, мы не должны останавливаться. Если бы глава общества не приказал нам работать самостоятельно, с братом Инем такого не случилось бы, и он не попал бы в руки Аобая. Брат Фэн, что ты имеешь в виду? Возможно ли, что ты обвиняешь главу Чэня в смерти брата Иня? Глава ложи Инь. Ты принял столь ужасную смерть. Мои братья по обществу неба и земли. На этот раз мы потеряли главу ложи Цинму, брата Иня. Я Чэнь Цзинань, как глава общества неба и земли, несомненно, должен нести полную ответственность за смерть брата Иня. Брат Фэн, в самом деле предупреждал меня, но я не обратил внимания на его слова. Аобай – интриган и очень жесток. Я недооценил нашего врага и стал причиной трагической смерти главы ложи брата Инь. Братья мои, сегодня я оставлю пост главы общества, чтобы заплатить за мои ошибки. Глава, вы не должны! Глава, я, Гуань Фудзи, первым буду против этого. За последние годы вы вели общество неба и земли на покорение севера и юга. Как я могу позволить вам нести ответственность за нашу общую неудачу? Если есть братья, которые правда так думают, у них нет совести. Гуань Фудзи правильно сказал. Глава, вы не должны принимать столь поспешное решение. Да, глава. Не нужно спешить. Глава, одумайтесь. Чем в более критической ситуации мы находимся, тем больше нам нужно успокоиться. Глава, если вы сейчас оставите свой пост, разве не будем мы похожи на стаю драконов без вожака? Теперь важно подумать, как заполнить позицию главы ложи Инь, а затем обсудить наши следующие шаги по части новой попытки убить Аобая. Но есть слова, которые я должен сказать перед этим. Должность главы ложи Цинму должна быть отдана талантливым молодым членам. Мы не должны позволить никому из нас, запутавшихся стариков, получить эту позицию. Человек, ставший причиной смерти главы ложи Инь, ублюдок Аобай. Давайте сегодня порешим на следующем. Кто бы не убил Аобая, станет главой ложи Цинму. Да. Ху Чэ Джун. Подними голову. Рассказывай, что за чушь ты тут написал? Сообщаю господину Вану. Династия Мин уничтожена уже 20 лет назад. Но эта книга использует написание дат прошлой династии. Господин, переверните первую страницу. Здесь упомянут 9-й год Чунчжэнь. А не первый год Чунде. На третьей странице 17-й год Чунчжэнь, что соответствует первому году Шунджи. Разве это не измена? Никакого уважения к нашим императорам Цин. Совсем никакого уважения. Но основываясь только на книге, мы не сможем схватить мятежников из общества неба и земли. Тэху! Смеешь говорить глупости, чтобы вести в заблуждение наставника императора? Императорский наставник, мои слова правда. Книга — свидетельство намерений мятежа. Смеешь настаивать на своем? Издана Джуан Юнченем. Императорский наставник. Разве он не из провинции Шанси? Богатейший человек, который управляет землями министра Суке?
Докладываю императорскому наставнику, это именно тот человек. Докладываю, господин, это и правда тот человек. Ранее он ложно обвинил меня в продажности и получении взятки, в результате чего я потерял шансы на повышение и службу правительству. Он всегда хотел свергнуть династию Цин и возродить династию Мин. Он давно присоединился к обществу неба и земли. Императорский наставник, если мы обвиним его в измене, сможем использовать этот шанс, чтобы забрать его земли, а затем в будущем перевести их на ваше имя. Цукасаха всегда боролся со мной за земли и власть. Он даже чернит мое имя перед его величеством. Теперь, наконец, у меня есть что-то против него. Приветствуем, ваше величество. Встаньте. Спасибо, ваше величество. Я уже прочитал сборник по истории Мин. Я также изучил эту жалобу императорского наставника Ао. Я думаю, что ученый, вспоминая о прошлой династии, использовал написание до отправления Мин. Это такое мелкое дело, не нужно придавать этому значения. Ваше величество принял мудрое решение. Я также думаю, раз книга-сборник по истории Мин, использование названия времен династии Мин не причина для критики. Ваше величество, династия Мин уничтожена уже более 20 лет назад, а книга написана сейчас, но в стиле времен династии Мин. Разве это не показывает со всей очевидностью намерения измены? Ваше Величество ранее издал указ об уважении наставников и образования. И сейчас, если мы соберемся преследовать ученого только из-за мелких вопросов, не все ли это равно, как надавать пощечины и заставить граждан лелеять в сердцах ненависть? Министр Сука, вы против расследования измены? Может быть, у вас есть намерение защищать издателя этой книги, Джуан Юнчена? Ваше Величество, пожалуйста, разберитесь с этим. Хотя у меня и есть связи с Джуан Юнченом, у меня нет намерений покрывать его. Это не просто связи. Джуан Юнчен помогает министру Сукэ занимать земли и зарабатывать деньги в провинции Шанси. Мои земли были получены на основе 8 знаменных правил, установленных покойным императором. Я сам не занял ни пяди, в отличие от императорского наставника Ао. Гора жалоб на то, что вы захватили земли и нанесли людям вред, боюсь, выше, чем дворец небесной чистоты. Ваше Величество, я... Я уже знаю. Императорский наставник Ао и министр Сукэ. Министр, лично назначенный покойным императором. То, что вы оба делаете, это удача для граждан. Я буду серьезно размышлять о сборнике по истории Мин. Что касается захвата земель, никому не позволено делать подобное.你的真迷惑。
生今世常相守我所求。